Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Представляю вашему вниманию очередную каточку. Сурвыжа, в свою очередь, представляет мне Автохейвен и, как говорится, люк в хижине убийцы. Два типочка с квантерами, то есть у меня тут киберспортсмены. Давайте посмотрим, что они могут. Халява. Второй тип сейчас, его тиммейт в любом случае будет его спасать. Вот он, его тиммейт. Это ж его тиммейт, Нейка. Да. Но я туда не пойду. Ты меня не за того держишь. Как говорится, ты дурака за меня не держи. Блин, ну не та же бутылка. Во, хорошо. Героическая оборона. Сейчас я к тебе вернусь, дружище, подожди. Только не пали это прямо перед носом. Второго киберспортсмена тоже сразу добьем. Вот он. Хорошо. Да ты смотри. Хорошо. Только не баланс. Поэтому они Автохейвен берут. Это пиздец.
пешего мана. Для Нюрсе это легкая карта. А вот для пешего мана это беда. Чуть странный какой-то клянтек. Не понял? А, я понял. Афика, афика. Можно было бы назвать киберспортсмены, хотели пофармить, но рандом все запорол. Но это слишком большое название. Можно было бы сказать, типа, да я уверен, что все равно бы так бы и было бы. Да нет, конечно. Это так или иначе, это клоун, это не Мор Сарин. Тем более не Нюрса. Но результат так или иначе достойный. Да, ну давайте, претензии за то, что Билов и Кашера. Киберспортсмены. Ну-ка. Адам Фрэнсис, давай. Жги. Удивительно. Всем спасибо за просмотр. Лайк, комментарий, подписка. До следующих серий. Всем пока.